Дорогая Вероника, это будет моя третья операция под прикрытием. Господин офицер, не хотите купить марихуану? Продам за 40 баксов. Дай мне пакет. Эй, что в твоих руках? У меня ничего. Покажи мне свои руки. Шутник? Вообще-то я маг-чародей. К стене, Гудини. У тебя что-то есть? Ну вообще-то... У тебя что-то есть? Может быть. Так, что тут у нас? Так, у тебя одна попытка. Покажи мне тот пакет. Хорошо, офицер, если настаиваете. Медленно достань. Это другой пакет, что там? Так, вот чем мы можем похвастать. Невероятно. Это просто невероятно. Друг, как ты это сделал? Это просто обалденно! Нет, это магия. Ты взорвал мне мозг. Хочешь еще? Очень жду. Тройка не моя. Нет, твоя дама. О, как ты крут! Как это круто! Они мокрые? Там же была одна веревка. Да, пожалуй, нужна одна. А теперь трюк с монеткой. Как ты это делаешь? У тебя что, руки намагничены? Нет, ты можешь посмотреть, но она уже пропала. Что-то есть за твоим ухом. Это настоящая монета. Как ты ее увеличил? Инфляция. Что это за слово? Сколько сейчас часов? 3:53. К сожалению, я должен идти. Но как насчет заключительного фокуса? Давай еще один. У кого-нибудь из присутствующих в аудитории есть наручники? У меня! На первую и на вторую. А теперь накройте руки. А теперь, пожалуйста, возьмись за мои руки. Раз, два, три! Ну вот мы и обменялись вещичками. Так, это не смешно. У меня твои часы. Это моего отца. Так, хватит магии. Не магия, а преступление! Куда он делся? Ребят, мне нужна помощь. А гаденыш Крут. Как он это сделал?